Вино и водку мерить в метрах. Калининградская мэрия придумала новый способ определить дистанцию между магазинами, торгующими алкоголем, и социальными объектами – школами, больницами, вокзалами. Теперь это расстояние замеряется не по извилистым пешеходным дорожкам, а по прямой линии. В результате такого замера два заведения могут оказаться непозволительно близко друг к другу. Этот небольшой супермаркет формата «У дома» находится в непосредственной близости от стоматологической клиники. И он тоже попадет под раздачу. Здесь могут запретить торговать алкоголем. Видимо, чиновники мэрии боятся, что клиенты стоматологов перед посещением врача примут 100 грамм на душу. Кроме алкоголя, здесь продают молочные продукты и мясо, овощи, фрукты и товары первой необходимости. Но после запрета на торговлю крепкими напитками руководители сети магазин закроют и уволят 50 человек. Мы работаем на потребителя. Если потребителю нужен алкоголь, он будет покупать алкоголь. Если потребителю нужно молоко, он будет покупать молоко. И, к сожалению, наш потребитель любит покупать алкоголь. Если вы его будете продавать на 30 метров дальше, от этого ничего не изменится. Новым постановлением калининградские власти существенно сократили количество магазинов, где спиртным торговать можно. Без разрешения на торговлю алкоголем останутся более 40 торговых точек. В мэрии же считают, что катастрофы не случится. Сказать, что город, жители города и бюджет понесут ущерб, я такого не могу. Алкоголь – это не настолько первоочередной товар, который вот необходимо иметь около каждого подъезда. Более актуальным являются хлеб, молоко и другие товары первой необходимости. Поэтому говорить, что вот если в каком-то магазине прекратят торговать алкоголем, то катастрофа наступит, но это совершенно неправильно. Меньше пить будут. Но мелкие торговцы готовятся к закрытию своих магазинов и увольнению сотрудников. Алкоголь, который, в отличие от других продуктов, не требует установки холодильников, это почти 80% всего их товарооборота. И доход от продажи всех остальных продуктов не компенсирует эти потери.